Бьянка Кристалл Рейнольдс Фишер, Кристалл Рейнольдс Фишер, лишилась работы из-за того, что пыталась отпроситься в больницу к сыну, который находился в тяжелом состоянии. Скриншоты переписки с начальницей женщина опубликовала в Facebook. Чеслав Фишер, работающий в сети бензозаправок Фолькаиль Чампаны, ее сын был подключен к аппарату жизнеобеспечения. Она решила написать руководителю за 2 дня до начала рабочей недели, что не сможет выйти на работу, пока ребенок находится в столь тяжелом состоянии, объяснив ситуацию и пообещав приступить к служебным обязанностям. Как только сын поправится, женщина получила грубый ответ. «Мы так не делаем, так что я приму ваше увольнение», — ответила начальница. Оправдания Фишер ее не растрогали. «Если вы не можете прийти на работу, вы увольняетесь», — сказала она. Босс безапелляционно заявила, что такая причина не является уважительной для пропуска работы, а драмы она не потерпит. «Конец разговора», — заключила начальница. «Это не прием у офтальмолога или дантиста. Мы говорим о жизни моего ребенка. Он на жизнеобеспечении», — пыталась достучаться до нее Фишер. «И поэтому вы не сможете работать. Слишком много драмы», — парировала менеджер. В финале начальница ответила на увещевание Фишер, что поставила бы работу в приоритет в идентичной ситуации, так как ей важны ее служебные обязательства. Публикация собрала более 70 тысяч репостов и 16 тысяч комментариев. Подписчики высказывали сочувствие Фишер и называли ее руководителя бессердечной. После того, как пост в Facebook набрал популярность, руководство Фолькаиль Чампаны уволило начальницу женщины. Больше ада и странных новостей в телеграм-канале Лента Дна. Подпишись.